В Ярославле прошла эстафета на призы нашей легендарной землячки Валентины Терешковой. Соревнования прошли в юбилейный 50-й раз. Первый состоялся в год полета «Чайки». Массовый забег по историческому центру Ярославля собирает команды школ, вузов и колледжей. От прочих эстафет состязание отличает смешанный характер команд. Здесь и юноши, и девушки. 6 километров маршрут разбиты на 14 этапов. Эстафета подводит черту под летним спортивным сезоном. Особенностью этого года стали новые кубки победителям. Кроме переходящих, вручили постоянные, которые останутся в командах. Давай. Последний матч. Она традиционно проводится в конце сентября. Раньше она даже позднее проводилась, 7 октября и 12 октября были такие сроки. Но сейчас по погодным условиям мы решили все-таки проводить ее в конце сентября.